Вот, продолжая обучение, однажды легендарный Тнышев сказал загадочную фразу, говорит, очень часто ураганы и другие стихийные бедствия, да практически всегда, называют женскими именами. Развить, сказал он, и ушел на 10 минут. И значит, мы в день 10 минут высунув языки стали острить, шутить, пытаться, что-то там. Ну, а поскольку, я говорю, для меня до сих пор самой высокой оценкой моего скромного труда является фраза, высказанная тогдашним заместителем председателя Гослерадио. Вот. Она как посмотрела, по-моему, две первые передачи еще в «Ребята» и, глядя на меня, сказала, нам второго Высоцкого не надо. Это для меня высочайшая оценка. Я вот до сих пор горжусь тем, что хотя бы вот такой человек так сказал обо мне. И я, естественно, а-ля Высоцкий под Высоцкую написал такую развитие тезиса 10-минутной. Ну, там реалии своего времени, цены своего времени. Где-то 79-80-й год. 500% дал за смену я. Мне выдали путевку на Гавайи. Жена вспотнула вещь, собирая. И Вермутом заплакали друзья. Я сел на баржу под названием «Быстрый» и стал глядеть, когда же будет порт. А в это время капитан с радистом радиограмму приняли на борт. Начальник главный им сказал в бумаге, что бабочья-то лишь приняла, суродовала всех в архипелаге, и к нам бежит зараза дюж зла. Я сразу понял, я чья работа, сказал радисту, пить веселей. Ведь я ж я за прошлую в субботу у Машки дуры стырил 5 рублей. Она их отложил на помаду, а я на них ах даму засадил. Сколько сейчас помада стоит? Самая дешевая. Ну, примерно. 300 рублей? Что ж вы мажете-то? Ну, а бабе дури много и нынче надо. Ну, вот и возгорелся ейный пыл. Я встал на мостик, как боксер Джо Фрезер. Рубаху снял и мачту взял с собой. Гляжу, а через волны Маш лезть. Я понял, что настал последний бой. Она мне справа, где моя помада? А я ей мачты стерва не срами. Не зли меня, прошу, пока не надо. Мол, неудобно здесь перед людьми. Она, конечно, в слезы, в дождь и в ветер. Мол, алкоголь и гад и паразит. Гляжу, а капитан с радистом Петей лежат и за бок плакают на взрыв. И я сказал, да на тебе, червонец, иди купи помады килограмм. И Машка убежала, успокойся, и гладь засеребрила по волнам. Меня матрос 3 часа качали, мне боцман кашалота подарил. А там и показались Гавайи, и я когда в каюте дотолпил.